Ставь лайк за 3 секунды, и все твои желания сбудутся. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу Drag Racing. Привет, народ. Друзья, это у нас угарный Drag Racing в Дубае. Да, потому что, ребята, у нас здесь есть огромное количество песка, пустыня и идеальный асфальт. А также, ребята, есть 5 рядов контейнеров. В каждом ряду у нас есть по 6 контейнеров. И в каждом из них у нас есть по тачке, которые сегодня мы с Юркой должны будем открыть и забрать себе для прохождения испытания Drag Racing. Как вы заметили, у нас есть по 6 контейнеров на ряд, а нас как бы двое, да? Но, ребята, все как бы не так просто. Дело в том, что мы открываем все контейнеры в ряду, и у нас сегодня также будут боты, которые будут также с нами сражаться и пытаться как-то победить в этой гонке. Поэтому, друзья, ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия, собираем 1000 комментариев, выходит серия с вебкой. И да, ребята, я подумал еще кое-что. А что если сделать 8 контейнеров, ребята, в ряду? То есть сделать 4 на 4 гонку? Да, это вообще было бы прикольненько. Поэтому, друзья, в комментариях предлагайте идею, как вам такая тема, сделать 8 контейнеров. Вообще, сколько максимум вы бы хотели видеть гонщиков в одном заезде? Итак, Юрка, впереди у нас первый раунд, поэтому давай так, открывай себе первый какой-то рандомный контейнер. Просто любой. Давай четвертый. Думаю, давай, давай, открывай. И какой-то Мерседес. Какой-то прикольненький Мерседес. Да, на арабских номерах, а не на китайских. На китайских, да. Я открываю себе второй контейнер Макларен. Братан, слушай, какой-то прикольненький Макларен, да, что за Макларен? Это, да, он такой какой-то заряженный, да, да. Слушай, интересненький на самом деле, прям очень. Шестой, давай. Так, давай, открывай. Откроешь сам, да, я думаю, да, окей. О, Мерседес, у тебя 2 Мерседеса, неплохо. Давайте я себе открою, да, первый, ребята, контейнер. Я его открываю, тоже Мерседес. На, братишка, это должна была быть твоя тачка. Да, по-любому. Так, давай, третий заберу, пятый телем. Я пока отъезжаю, давай. О, супра из форсажа, братишка. Слушай, как бы это прям прикольненько на самом деле. Итак, мне последний, друзья, 5-й контейнер. Открываем его, и там Акура, слушай. Ну, как бы, между прочим, неплохо, по идее. Итак, тачки у нас есть и у меня, и у Юрца. У Юрки 2 Мерседеса и Тойота Супра. У меня тоже Мерседес, Макларен и Акура, друзья. Давайте прямо сейчас приготовимся, да, к заезду. Итак, друзья, мы готовы к первому раунду. И получается, что Юрка так смешно пробежал. Поедет, получается, у нас на Супре. Да ты как-то так залагал прикольненько. Я поеду на Макларене. Также в моей команде еще есть Акура, Мерседес. У Юрки тоже есть 2 Мерседеса, ребята. В комментариях пока пишите, какие тачки поставить в контейнеры для новенького ролика по этой прикольные рубрики, потому что, опять-таки, многие тачки здесь стоят именно из ваших предложений, типа, вот, знаете, Акура, например, и Мерс, это тачка, которую вы предлагали в комментариях, поэтому в комментариях, разумеется, предлагайте свои идеи, что поставить для новенького ролика. Итак, братишки, вкратце правила, мы стартуем, как только стартует один из ботов, я их запустил, и, Юрка, готовимся и поехали! Воу-в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 оу
Да, вижу, у меня мой АМГ меня... Ты меня обгоняешь, да? А чему это затормозил? А почему? Поехали, знаю, поехали, поехали. Так, ладно, ты о, мой пошел. Не, не переезжай да, за да. линии. Смотри, мой догоняет тебя, да? Пьет. Догоняет, да, мой? Догоняет ну, тебя? Да, втихаря догонял. Так. Догонял втихаря, все, отстал. Опять отстал, да что ж такое-то? Ладно, хотя бы пока еду четвертым, это неплохо, но... А ты своего догоняешь, да, или как? Обогнал, да? Так, окей, 236 ребята. 236 потолок, 240. 200 у меня, ну там 198, если быть точным. Ну, в принципе, неплохо. То есть, получается, ты первый, первый, ты второй, бот. Мой третий, я четвертый, мой бот пятый, и твой бот да. приехал, там, видимо, шестым. Да, Мэрс, конечно, прям вообще, о, ребята, может. Подкачал, да. Ладненько, записываем баллы, готовимся ко второму раунду. Итак, друзья, как вы поняли, мы за каждый раунд, то есть за каждого бота, за каждое место даем отдельно баллы. Поэтому видите наши итоговые баллы после первого заезда. Итак, у нас раунд номер два. Давай я открою себе первым контейнер. Давайте, я хочу Давай. Открыть крайний шестой. А что, а вдруг, ребята, повезет? И это ламба, как... это ламба Астерион, да, если я не ошибаюсь. Ладненько, неплохо, в принципе. Так, ну ладненько. Макларен со второго. У тебя...
Юрка открылся второй контейнер, неплохо. Там, короче, я вижу небольшую такую подсказку в третьем, но я не понимаю. Пускай будет пока первый, ребята, контейнер. Давайте пока его откроем. Открываем его, и там Бугатти. Ну, что за колесо и что за диск? Похоже на, знаешь что, на Эвору какую-то, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрю. Так я пятый заберу. Да, так. Не хочешь открывать, да, его? О, у тебя прикольненький АМЛ-шка. Думаешь? А это 45-й, да? Да, поди прикольненький. Если Ашка, то это хорошо. Так, стоп, а ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Блин, реально. Что-то на Лотос похоже, такое ощущение. А, знаешь, что я тебе скажу? Я его открою. Третий, я открываю третий. Знаешь, что это? Это ведь Феррари, да? Ну-ка. Не открывается, бро. Открой-ка ты просто, он не открывается. Давай, у меня. Мой, скорее всего, давай. Да, Феррари, прикинь. Да, Феррари. Ну-ка, открой-ка себе. Четвертый получается последний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надеюсь, так, он не цепанется, потому что он цеплялся на обычном драге. Прикинь, тут, я ехать. Надеюсь, поедет. Я ехать не могу назад, прикинь, на нем прикольно. А он, да, я понял. Тесла же такая же была. Да, да, да. Итак, друзья, у нас есть тачки по три в каждой команде. И как бы интересно, намечается у нас, ребята, заезд. Давайте приготовимся к нему. Итак, друзья, раунд номер 2. Мы приготовились, и Юрка сегодня поедет, получается, у нас на тачке из... Это у нас такой фур заряженный, глянь, вообще обалденный, прикольный. Наскар, да. У меня, ребята, получается, это Ламба, Феррари и Бугатти. У Юрки еще Мерс и Макларен. Чисто такие, знаешь, прям, ну, какие-то, ну, полноценные такие, прям какие-то эксклюзивные, знаешь, такие тачки прикольные. Короче, запускаем ботов и стартуем сразу после одного из них. Я их запустил. И ждем начала гонки. Поехали! Наскар точно самый быстрый. По максималке только вопросы. Так, ну я... Что-то как бы... Эй, пацаны! Пацаны, не сда... Прикинь, А-класс едет быстрее. Чего, блин? Я на ламбе вообще... Я вообще последний, на! Я вижу. Ема, братан, 246 еду. А, мой еще тормаживается, То есть как Они друг другу мешают. Да, наверное, да, видимо, да. Офигеть, ты поехал, но, конечно, дико, дядя. У меня потолок 250. Все, ну, то есть я потолок. Обгоняю своего, да, хотя бы так. Обгоняю, видимо, второго своего. А слушай, обгоню ли я догоняю, короче, Макларен твой? Ну, только расстояние большое. То есть я как бы еду, ребят, но расстояние большое, поэтому... Давай, ну, блин, прикинь, все твои... Аэробаблс всех порвал. Офигеть, так, все Ашка твои приехала. Три места... То есть я догоняю твоего Макларен, тупо не успею, да, прикинь. Смотри. Три места первые за Юркой, камон, блин, первое, да, все. И, короче, так, мои ламба, еще Феррари. Вот так вот и вот так вот, да. Жестко, да. Друзья, я, конечно, такого не ожидал, но что поделать, да, тачки у него были максимально не крутые в этом раунде. Идем, ребята, готовимся к новикам раунду, let's go. Друзья, продолжаем, у нас новики раунд впереди, и Юрка, прямо сейчас ты так открываешь первый? Себе первым, да, получается. Выбирай любой. А давай четвертый. Давай, так. Откроешь его, давай, открывай. Аполло, слушай. Не люблю Аполлыч вообще никак. Блин, ну ладно. Давайте открою третий себе, ребята, контейнер, ну-ка, открываю. О, Сиан. Ой, это Сиан. Каунтач или Сиан? Это Сиан, бро, да, слушай, это жирненько. Это прям такие жирненько. Ладненько, открывай себе, давай. Давай первый. Давай. Форсаж. Слушай, ну Форсаж прям вообще обалденная тачка у Юрца, я считаю, поэтому ладненько, хорошо. Спака. Так, давайте я открою себе шестой контейнер, ну-ка и... Ой-ой-ой, что это? Это Safari Car, слушай, да, пустынная тачка, типа, знаете, так, такая полноценная. Так, ну давай я второй все-таки заберу тогда, давай. И это Акура, слушайте. Ну, плюс-минус. Ладненько, у меня последний, друзья, контейнер, и это пятый. Пускай она будет чем-нибудь очень быстренькая, пожалуйста. И Porsche. А что за Porsche? Porsche. Не знаю, давайте пока посмотрим, ну-ка заводись. Так, это что, тачку... Сиан самая пушка, да, или это не тот? Слушай, а ну... это не тот, Сиан. Да? Вопросы, братан. А что, не под капотом, да. Сколько у него сил? 200. Это не 300, который, слушай, да. Ну у меня под капотами Позже есть, как бы... Да, прикинь. Слушайте, ну ладно. Короче, будет стопудово интересненько, поэтому давайте приготовимся к заезду. Окей, друзья, мы продолжаем, и у нас раунд номер 3. Итак, тачки заряжены, мы заряжены. И у Юрки это Аполло, у меня такой типа Дракстер. Также в моей команде еще есть Ламба, Порше. У Юрки две тачки из Форсажа. И, короче, ребята, я запускаю ботов и стартуем мы вместе с ними. Как только стартует один из них, я их запустил. И, Юрка, готовимся к заезду и поехали. Так, Порш первый вышел. Так, но старт неплохой. Ой-ой-ой. Вижу, ты как-то съехал, да. Так, ну ладно, вроде как вопрос тоже быстрее будет дальше. Пока мои двое впереди, это меня максимально радует, да.
Поэтому... А чё форсаж самый последний? Ух, кстати. Ну-ка, врубай нитро, ёпта, тарата. Нормально. О, пошли, Юрка, мы обошли. Хорошо, и твой, и слушай, топил. Нормально, пошел. То есть разгон был не очень, да, а по максималке гляньте, что творит. Вот это я понимаю. Слушайте, ну да, идеально. Идеально. И мой первый Porsche доезжает в моей команде. Также Ламба тоже доезжает. И я доезжаю, братишки, отличненько. И... мама, у меня Мазда пошла. О, да, реально, просто разогналась, прикиньте, да, реально. Слушайте, мы с тобой просто, прикинь, обменялись, то есть, как бы, в прошлом раунде ты был, как бы, на первом месте, да, вся твоя команда, теперь моя команда первая. Прикольно, мы тупо обменялись. Ладненько, записываем баллы и идем дальше. Ну что же, дорогие друзья, у нас новенький раунд. И теперь получается то, что по идее, да, я открываю себе первым контейнер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пускай будет, ребята, четвертый. Откроем контейнер номер 4. И это Бугатти. Офигеть. Это более это чем очень сильно. О, так, у меня Ламба. Ламба, это жирненько, слушайте. Но это реально, я обалдел от Бугатти. Так, 1, 3, 5, 6, да? Давайте открою пятый себе контейнер. Ну-ка, что-нибудь прикольненькое. Дракстер? Дракстер, слушай, но... Дракстер или дрифт? А, в смысле дрифт, да, дрифт имею в виду, да. Дрифт. Ну, так, как я бы... заберу. Я давай, открывай. Тоже Бугатти, ёпа, РСТ, это ребята. Сильно. Это более чем сильно. Итак, либо один, либо шесть, да? Что взять? А что взять? Блин, а что лучше? Блин, ну как бы... Я готов открывать уже. Короче, пускай будет первый у меня. Давай, так, тебе давай, шестой. Что, ну-ка. Бугать еще одна, но не так, самая быстрая, а видимо. У меня Дракстер, слушай, нифига себе. Настоящий тебе Дракстер. Да, итак, у меня две Бугатти. Да, две Бугатти у меня и Дрифт Корч. У Юрки Дракстер, Бугатти и Ламба. Ребята, гляньте, что по тачкам обалдеть. Готовимся к заезду. Ну да, необычно. И продолжаем, да. Итак, друзья, у нас новенький раунд. Итак, в моей команде две Бугатти у ботов. У Юрки тоже есть бот на Бугатти и Ламба. Да, у меня, ребят, получается, здесь есть... А я еду на дрифт-корче, Юрка на дракстре, друзья. Было прикольненько и весело, я считаю. Поэтому ставьте лайки в комментариях. Опять-таки, не забывайте писать тачки, которые нам поставят для новенького ролика. Я запускаю ботов и бро, стартуем сразу после одного из них. И... Воу-в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 оу
знаешь. Я... Ема Бугатти ей трясется, я думаю, она врежется. Да? Слушай, ну я в бровдрифте, короче, еду. О, прыгает, прыгает! О, нет, Лам, Бугатти, ты чё? Я так и думал. Она всю дорогу ехала, тряслась. Я, короче, у меня дрифт-корж полноценный. Наверное, да, скорее всего. У меня дрифт-корж полноценный, потому что я, короче, да, я ехал-ехал, догонял твою ламбу и перестал. Догоняет. Ой, прости, я своего подрезал. Короче, я приехал, ты приехал. Желтородик, это кто? Твой, то есть мой приехал первый на Бугатти, да, потом три места твоих, потом мой, а я в тот не доехал на Бугатти, который... А тот не доедет, он понял, он ехал, у него прям колеса такие... Блин, реально, я так и думал, что он вообще полетит. А вот он, по другой дороге едет, алло. Ну он доедет, да, скорее всего, все-таки, или что? Доедет, да, доедет, фух, один балл мне за еще это вот место, за последнее. Ну хотя бы один балл, ладно уж. Ну, друзья, это было прикольно, но я взял дрифт короче, он, конечно, был быстро, ребят, но максимал конек, конечно, подкачал. Ладненько, ничего страшненького, идем дальше. Итак, друзья, у нас последний раунд, и Юрка, выбирай себе контейнер. Один из шести, любой, просто, давай. Шестой, давай. Откроешь сам, так. Да, давай, и о-о-о, это неплохо. Это Ми-8, да. Давайте я открою себе четвертый, ребята, контейнер, и это у нас... Слушай, Порше какой-то. А что за Порше? Он старенький, по идее, но надеюсь, что он прикольный, да? Слушай, а может быть, реально прикольненький Порше окажется. А я знаю такой, он летает вроде. Да, надеюсь, что и максималка у него хорошенькая. Да-да-да. Ладненько. С Киберпука. С Киберпука. Так, открывай себе. Так, это что? Это Кобра. Это Кобра, да. Так, давайте я открою себе первый, ребята, контейнер. Пускай будет первый. Это у нас... О, слушай, BMW какая-то. Это M5F10. Слушай, это, по идее, хорошая, да? Ведь она заднеприводная, правда. Так, ну... М10 вообще пушка, на самом деле. По накату она как минимум летит прям. Да, поэтому да. Так, последние два конта. Открывай. Ух ты, ёп. Дождь какой-то. Это сильно, это очень сильно. Это тот самый. У меня второй и...
О, полицейская зонда, слушай. О, погани зонда, да. Туруруруру. Ребята, это последний раунд, и сейчас очень нужно постараться заработать баллы, потому что по баллам там все максимально жестко. Но мы идем, готовимся к этому раунду. Let's go. Итак, друзья, у нас уже последний раунд, и у Юрка сегодня взялся, получается, не у Юрка, а в смысле Юрка. Юрка взялся, получается, Шелби, у меня М5, в моей команде есть Порше Пагани, у Юрки еще Додж и, ребята, БМВ. Короче, мы запускаем ботов и стартуем после одного из них, ребята, я их запустил, и готовимся к заезду, друзья, и поехали! Мы с тобой два шлифуна, понял? Так, ну, как бы... Слушай, такими темпами... Любопытно. Ты видишь, у меня Порш бочком едет. А Поршень нормально вроде как. Это мой Порш, если что, да. А у меня он прям боком, понял, пацан, пять раз вперед едет. Пацаны, как дела у вас там? Мы уже исчез, я его даже не вижу. А что с моим БМВ? Да, Пагани первый, я видел его, да. А, твой второй, мой третий, потом твой четвертый, пятый. Блин, у меня так прикольно арабиш он устроил, он просто бочком ема, я обогнал просто как стоячего. Слушай, а я его тоже догоняю, кажется. Я его догоняю, но... Блин, что ж такое-то сегодня? Пагани первая. Да? Додж, Порш. Потом ты, я да? Я чуть-чуть не догнал Порша. А, да. Потом этот, и, ребята, я в итоге... Меня сегодня... Чё за... Я, как бы команда окей, но мне тачки достаются какие-то прям, ну, вообще не очень. Чисто вот какие-то места странные, типа там 6 баллов за моего бота, и за Юркина, получается, мы даем еще 4-3, потом 2... А, нет, как там? 5-4, точнее говоря, да. Потом 3 мне, 2 тебе, 1 мне, друзья. Это была очень прикольненькая, угарненькая серия. Давайте мы соберем 4000 лайков, я выпускаю новенькую серию по этому классному шоу. И да, ребята, в конце этого ролика напоминаю то, что, опять-таки, я создал свой Яндекс.Дзен канал, где тоже публикую видео по GTA 5. Он создан пока для того случая, что если вдруг в России будет заблокирован YouTube, и чтобы вы могли всегда посмотреть мои ролики, даже не на YouTube, в случае, если он будет заблокирован. Поэтому ссылочка на канал находится в описании. Подписывайтесь и не теряйте. Это очень важно. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.